Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе. Главный праздник для главного храма Кузбасса. В Знаменском кафедральном соборе Кемерово прошли богослужения, посвященные Дню иконы Божьей Матери Знамени. Полное погружение в атмосферу праздника в рубрике «Без комментариев», где мы расскажем о том, как проходила божественная литургия в престольный день собора. Новогоднее чудо по силам каждому. 19 декабря православные верующие празднуют День памяти святителя Николая Чудотворца. На вопросы нашего коллеги об одном из самых любимых угодников Божьих ответит гость студии, настоятель Никольского собора в Березовском, иерей Андрей Киреев. Добрых дел много не бывает. В Прокопьевске продолжают реализовывать проект «Архитектура семьи». Бесчисленны милости, оказанные Божьей Матерью христианскому роду. Многочисленны ее благодеяния, которые были явлены православному русскому народу на протяжении тысячелетней истории нашей Святой Церкви, от крещения в Киеве до последних дней. Вечером 9 декабря, в канун празднования иконы Божьей Матери Знамени, в Знаменском кафедральном соборе Кемерово митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх возглавил всенощное бдение, посвященное престольному дню главного храма Кузбасса. Владыки сослужили клирики Кемеровской епархии. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и пресно Деву Марию со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. На вечерне диаконы прочли паремии, отрывки из ветхозаветных книг, в которых усматриваются пророчества о Божьей Матери. Будете их защитить разум, а доживите и исправите разум ведение, наказуя злые, приимет себе бесчестие, обличай же нечестивого, оборочит себе обличение по нечестивому рану ему. Митрополит Аристарх возглавил последование литии со освящением хлеба, пшеницы и масла. Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови и пять хлебов, и пять тысяч насытив их. Сам благослови и хлеб и сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия в ограде сем, в стране нашей, и во всем мире Твоим, и вкушающие от них, верные освети, яко Ты си. Затем владыка прочел отрывок из Евангелия, посвященный Божьей Матери, а после помазал освященным маслом клириков и прихожан собора. В дни оны, восставшим Мариам, иди в горнее с отчанием во град Иудов, и вниди в дом Захарин, и целова Елизавет, и бысть, яко услыша Елизавет, целование Марино, взыграся младенец во чреве ея, и исполнися Духа Свята Елизавет. Yeah.
епископу Новгорода Ильи был чудный голос, сказавший: «Иди, возьми икону Божией Матери в храме Новгорода и принеси на крепостную стену». Когда икона была взята и поднята на стену, то множество стрел неприятеля было выпущено на участников крестного хода. Одна из этих стрел угодила в образ Божией Матери. Из ее глаз живым видом стали истекать слезы. А сама Божия Матерь повернула свое лицо в сторону города. Это чудесное знамение привело в ужас осаждающих. Они стали побивать друг друга. И напротив, это знамение воодушевило защитников Новгорода. Они мужественно вступили в сражение с превосходящими силами врага и одержали победу. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях отец Андрей Киреев, настоятель храма святителя Николая города Березка. Здравствуйте, отец. Здравствуйте. В преддверии праздников новогодних и в преддверии дня святителя Николая, памяти святителя Николая, мы хотелось бы поговорить еще раз об этих событиях. Вот для многих новогодние праздники, рождественские праздники – это такое ожидание чудес. Всякие фейерверки, всякие огонечки, в общем, колдунства всякие, как я говорю, да? Вот как это связано со святителем Николаем, да? И имеет ли он к этому какое-либо отношение вообще? Ну, к чудесам святителя Николая Чудотворца, который людям помогает, кто к нему обращается. Ведь чудо – это не только какой-то фейерверк, да? Чудо – это в жизненных обстоятельствах человека, когда что-то случается. И вдруг святитель Николай Чудотворец помогает по его молитвам. А то чудо, которое ждут на Новый год или на праздник Рождества Христова, ну, особенно на Новый год. Ну, какое чудо на Новый год? Ну, календарь перелистнули, и 1 января наступило. Люди ждут ожидания чуда в Новый год. Наступает 1 января, а чуда не произошло никакого. И у людей чаще всего получается такое некое
опустошенность. А когда чудо совершает святитель Николай, когда к нему обращаются за помощью под тем или иным обстоятельством жизни, да, то через это чудо, которое действует, которое делает святитель Николай Чудотворец, да, вот, через него действует Господь. Вот, потому что сам святитель Николай ничего не может сделать без воли Божией. Вот, и через него действует Господь. То чудо, которое совершил святитель Николай Чудотворец по отношению к человеку, который к нему обращался с молитвой, то оно, святитель Николай действует через благодать, которую дает ему Господь. Вот. И в человеке после этого чуда, после того, что святитель Николай соделал в жизни того или иного человека просящего, у него в душе остается благодать, остается радость. А если взять то чудо, которое ожидают люди в Новый год, да, ну, 1 января чаще всего человек встает, и такой какой-то духовной радости в человеке нет. Давайте очень напомним нашим телезрителям те случаи, благодаря которым вот святитель Николай прославился как чудотворец, и как бы вот те добрые дела, которые он совершил, и вот почему он стал у многих ассоциироваться тем, с добрым Санта-Клаусом и так далее. Ну, известно его чудеса из жития, когда при его жизни, да, когда он стал епископом города Мира, вот, Ликийской области, то у его в городе Мира был некто богатый человек, который впоследствии обеднел, но у него было три дочери. И этих трех дочерей подошло время выдавать замуж. А так как он был бедным и не мог дать своим дочерям, так скажем, наследство, да, вот, то он задумал, у него появилась мысль у отца, что взять, продать старшую дочь на плохие дела, вот, а других за эти деньги, за вырученные деньги выдать замуж. Но святитель Николай, по вдохновению Духа Святаго, он узнал об этом задуманном отцом действии и ночью, пробравшись к его дому, завернул в кулечек золотые монетки и подбросил в окошечко вот этому отцу. Отец утром проснулся, увидел вот этот кулечек золотой, и у него хватило денег выдать старшую дочь замуж. И вот, когда подошло время и второй дочери также выдавать замуж, святитель Николай также ночью пришел, подкинул еще один небольшой кулечек с золотыми монетами, и также отец выдал и вторую дочь замуж. Но когда подошло время выдавать и третью замуж уже, то отец задумал, кто же такой есть благотворитель, вот, что помогает мне, так скажем, выдать своих дочерей замуж и не опуститься до того уровня, до которого хотел я отдать своих дочерей в нечистые дела. Вот. И тогда он стал, так скажем, дежурить, сторожить, кто же этот человек. И ночью он увидел, что к его дому подходит их пастырь, святитель Николай, и в окошечко опять подбросил вот небольшой кулечек с золотыми монетами. Вот эти кулечки трансформировались, значит, в рождественские носочки. Да, впоследствии. Окошечко трансформировалось в камин, да? Да, вот. Впоследствии, да, как бы стали уже, как бы так скажем, трансформировать, да, вот к тому, чтобы, что вот святитель Николай, как называют Санта-Клаус, да, что с английского, да, в переводе это святитель Николай, вот, он вот в рождественские дни приносит вот такие подарки, вот. Но святитель Николай, он же тот святой угодник, тот чудотворец, который помогает людям именно в те моменты, когда человеку это сильно необходимо. Ведь добрые дела человек может совершать не только по молитвам святителю Николаю Чудотворцу. Человек может добрые дела совершать и сам,
и должен сам совершать. В Священном Писании есть замечательные слова: «Вера без дел мертва есть». И вот без добрых дел, чем мы подтверждаем свою веру? Мы можем говорить просто: «Да, я верую», да, а никаких дел не совершая веры. А вот добрые дела, они различны, но они подтверждают нашу веру и укрепляют нашу веру. Большое спасибо. Большое спасибо. До свидания. Идея подать заявку на президентский грант принадлежит Евгению Ударцеву, основателю Центра гуманитарной помощи «Спаси жизнь» при храме Дмитрия Донского. Семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, здесь помогают продуктами питания, хозяйственными товарами, одеждой. Психологическая поддержка или духовно-нравственная опора, говорит руководитель проекта, «Архитектура семьи» не менее важны. Люди ищут разные способы сохранить семью. Прибегает и за помощью к священникам, и за помощью к психологам, и за помощью к педагогам. Одна из главных задач реализации проекта – это профилактика именно разводов, также укрепление семейных взаимоотношений. На сегодняшнее групповое занятие со специалистами психолого-педагогического центра пришли те супруги, которые еще не стали чужими друг другу, но уже теряют взаимопонимание. Бытовые неурядицы, финансовые проблемы, дефицит внимания – основные причины внутрисемейных конфликтов. Как педагогу, я работаю в школе, мне тоже очень интересна тема семьи. Мы эту тему часто тоже проходим. И как бы развитие, узнать что-то новое, как можно преподать это и для себя. Потому что в браке 23 года, и я думаю, что каждая семья претерпевает некие кризисы. Обогащение, по словам Натальи, идет в любом случае. Индивидуальные занятия способствуют личностному росту. В групповых тренингах есть возможность посмотреть на других, послушать иную точку зрения. Кстати, коллектив Центра психолого-педагогической помощи населению проводил не только встречи и уроки со своими подопечными. Врачеватели душ собрали вещи, детское питание и косметику. Чтобы приобрести что-то в жизни, то нужно и отдать, наверное. У нас сотрудники подхватили акцию «Щедрый вторник». То есть это небольшая помощь семьям, которые в этом нуждаются. По словам организаторов, за 7 месяцев помощь получили более 200 человек. Взрослые и дети принимали участие в фотоконкурсе, паломнической поездке по храмам Прокопьевска. Были заняты на посадке деревьев. Мероприятия комплексной программы «Архитектура семьи» продлятся до 29 января. Но ее создатель уже подготовил новые проекты по профилактике подростковых правонарушений и организации семейного досуга. Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю.